Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня будем играть в игру Каньканик Симулятор 2018. Будем продолжать. Играть и будем развиваться потихонечку. Видите, ребята, может кашлять буду в будущем. На видео может кашлять буду. Кашляем сейчас, насморк такой, знаете. Так вот. Потому что немного бы это приболел, ребята, в принципе. Это такая пора, все болеют почти. Почти, ребята, все болеют. Итак, слышно, что у меня голос такой, знаете. Заложенный. Ну ладно. Хер с ним, в общем. Так. Ладно. Ну что же. Такая, ребята, машина, ребята, взял заказ. Это... Блять, я купил этот автомобиль у дилера. Он не был самым дешевым. Но вроде это был удобный случай. Единственная проблема — это скорости, которая тяжело переключается. Иногда что-то стучит слева и... слева и справа также. Проверь общее техническое состояние и отремонтируй, что надо. Но дилер гарантирует, что все почти в новом состоянии. Ладно, это не найдено, это не найдено. Такая раз машинка, это уже красивая, посмотрите, красавица. У дилера купил. Вот что она у дилера купил машину. Видно, богатый. Богатый, ну блин. Коробку заменить — это деньги тоже больше стоит. Коробку передачи заменить. Так, салон коробка. В принципе, все красиво, да. Чистенький салончик, что надо, в принципе. Да. Все, ничего ржавчины, почти колеса не было. Диски на колесах. На колеса немного ржавевшие. А так машина не поцарапана, ничего. Да смотрите, видите, ребята, машина почти досмотрена. Двигатель, да. Немного ржавый, тут коробка. Люди меня более. Эти машины, в принципе, досмотрена. Какие-то есть, конечно, надо заменить сначала. А коробку придется, наверное, заменять. Что не знаю, посмотрим, короче, да. Все, ладно, начинаем. Найдена деталь не найдена, ребята. Так, нажимаем. Представьте автомобиль. Так, нажимаем это. Представьте автомобиль. Подъемник А. Так, ребята. Ну что же, вот такой вот автомобиль. Как он называется, его мать. Извините, пожалуйста. Рояле. Хуяли, блядь. Ладно, будем на этом тивиться. Красиво, ладно, понимаем. В принципе, ребята, там вы досмотрим. Да, ребята, сейчас в этом болеть, ребята, плохо. Как нехорошо чувствую, блядь, сюда. Ну ладно, решил все надо это видео снять. Блядь. Так, ладно. Сейчас проверимся. Колес, ровные колодки проверим, все с фонтом муза, все. Так. Давай тягу, надо заменить сразу уже. Вижу, так, тут уже. Он здесь ходовую часть надо заменить, я тебя понимаю. Тут шип. Шипник. Пойдет. Не, ступится. Кружу. Конечно. Да, дядя, чем это пойдет под замену? Полностью это ходовая часть машины. Ходовая часть полностью машины. Это, блядь, сколько работает с ней будет? Е-мое. Да, полностью это ходовая часть машины. Колеса здесь соединения. Колеса. Колеса. О, нижняя подвеска. Под ебо его пошло. Нижнюю подвеску тоже. Это, в принципе, не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо тоже заметить этот соединитель. Соединительная тяга.
Передняя, типа, а, нет, номар. Мне боли. Извините, пожалуйста, за голос, что будет кашлять, может, извините, пожалуйста, но я болею, говорю сразу. Так, ребята. На-ка. Это колесо нахер. Колесо надо вскрутить. Мы это так никак бы это там не доберемся. Знаем, передний. Уливает сягу. Мы наконечник снимаем. Уже пойдет. Пошел по пизде, ребята. Ой, наконечник. Выливает тяга, тоже пошла по пизде. Блять. Чатая рейка. А мне как не снимать, надо застроить же снять. Ай. Пацаны начала снять. Ходовая часть передняя полностью, блять. Да, тоже. О, полностью диск кожух. Ё-моё. Вот там база. Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё трофится, в принципе? Чё же это трофится такое, а? А там с другой стороны с правой, как там? Да? Что ты хочешь сделать, блин? Я говорю, это не, неудобно, болею, блин. Как-то болею. Что такое? Болеть очень бы это... Ох, конечно, ой-ой, ребята. Уже не болеть, ребята. Нижняя победа тоже снимаем. Бог тоже нас снять, если сами будут это. Блять. В общем, находящий. Боже, нас снять тоже по пизде пошел. Тоже по пизде пошел дальше. Смотрим, выливая тяга. Тоже по пизде пошла. Чатая рейка в волевом управлении. Тоже по пизде пошла. Спорт маза тоже. Выкидывай сразу, блин. Копию. Тоже сразу выкидывать надо уже. Где же ты сразу? Передний. Ну, сейчас разбиваем полностью годовую часть. Значит шарнира передней оси снимаем. Все, ребята, ребята, пошло, что ли, подожди, мне кажется. В принципе, мне более сухой тормоза. Для кого-то тоже по пизде пошли. Снимаем. Как бы все? Как бы. Ну все, конечно, не... как бы только, примерно. Так. Я смогу так. Вот. Что-то нашли, в принципе. Что-то нашли. А мне учить покупать. Так, что могу купить? Передний ведущий. Ведущий мост тип С. Один купить. Потом типа как бы купил. Тут надо посмотреть еще. Чтобы потом не купил. И купим потом возьму то. Вот кофе тоже туда возьму сразу. 800 баксов. Берем. Подвеска. Так. Там. Тип С.
ведущий мост типа А. А там тип С. Вини ведущий мост тип С. О, 80 баксов. Берем. Что там дальше? Или как бы не продать. Мы на них и сделали две эти вообще. Так. Еще сюда тормоза один. Тормоза, так, вот сзади. Купаем ключик в один. Дальше. Резко. Тормоза. Нормально. Хоть все это хорошо, что они за что отдать, ни за что. За какие-то копейки, в принципе, подадим. Так, передний переводной вал. Вау надо. Передний переводной вал. Передний переводной вал. А то надо 4 на 4, это уже не доводчик, я понимаю. А это простое решение. Передний переводной вал. О, вот это все. 301, 160 баксов. Да, ребята. Жестко. Довольно. Что хотите? Передний переводной вал. Что хотите? Дадим. Так, дальше, что нам надо? Ведущий мост С. Ведущий мост С. Ведущий мост С. Забавно. Можем меньше нормально, ладно. За ведущий мост С. Идем с вами. Оп. Ведущий мост С. Один. Что? Издеваетесь, что ли? Два. Знаешь, что ли? Ладно, посмотрим. Так, я не понял. Как что ты купил? Или? Типа, а, ты мне не... Мы поставим этот мост. А поставим сейчас. Он дальше что докупим? Ладно. Все продали. Дальше что нам надо? Так. Нижняя подвеска. Нижнюю подвеску купим. Хорошо, без проблем. Рычаг подвески. Именно нижняя подвеска. Нижняя подвеска. 50 баксов, ребята. Идем. Так. Волевой наконечник. Блять, я. Ч за хинь? Ты туда. Так. Волевой наконечник. Количество 2. Тогда баксы. Нормально, в принципе, не знаю, как. Мне надо. Нормально, как я считаю. Я считаю, что нормально стоит. Левая конечная король была. Так, можно подать. 50-я рейка в любом линии. Так. Пятая рейка.
Вот она, чат-рейка в волевом управлении. Ого! Вот это, ребята, цена. 800 баксов, ребята, киньте. За одну. Да, дорого. Шибить. Просто рабочие получили. Давай тяга. Ребята, любые тяги надо. А, вошло без проблем. Сейчас купим две эти рулевые тяги. Так, ребята, рулевая тяга. Два. Два. 60 баксов. В принципе, нормально. Что там дальше? Что там дальше надо купить фильм? Подойдем это. Бак. Ну, скажем, я шваде лежать на складе. Так. Кожух шарнира передней оси. Кожух шарнира передней оси. Кожух шарнира передней оси. 200 баксов. Как это кожух аномально вообще. Так. Поворотный кулак передний, типа, а. Кулак еще. Поворотный кулак. Да. Ну, постой, поворотный кулак. Подождите, что это за фигня? Я не понял. Мне там Д или постой? Тип А, вот, видите, я говорю, подожди, постой, есть обычный. Не знаю чего. Типа, а, мне надо вот. Поворотный кулак передний. Тип 20 баксов. Нормально. Так. Где нормально? Все как бы, да. Так, части все закончили. Идем за мем. Идем, все поставим. Че? Там потом придется, может, еще выбирать опять и поймешь, что ты. Потом маза ставим, ребята. Блинки, еще и муха на них есть. Ничего. Теперь ставим пленник в одной вал. Попробую он зараза был. На. Все. Накручиваем. Дальше. Еще. Фейка. Ставим. Давай тяга. Обязательно. Еще поменьше. Еще муха на месте. Все чистенькая такая. Прятать псы, да. Он, конечно, загорает единица. Погоди, сколько там месяца. Еще новенькая. А, все. Фига-фига. Ставим еще, ребята, само колесо для... Чё? Это как-то диск я тоже поменял бы, но видите, ржавая. Не хочет, пускай не хочет, что нам? Нам какое, в принципе, дело? Мы только мы механики, мы как с вами делаем работу, что нам заказано. Так-то так, ребята. Так. Тупица ставим. Если там не более пойдет. Еще пускай будет. Одной диск ставим тоже. Одной плотки новенькие ставим тоже. Потом мы заставим. Че? Ставим. Тесто. Ставим. И ставим все. Вот. Так, закручиваем. Тесто. Слово нашей машине ставим. Шипник ступится. Тяга. Вы на конечник. Закручиваем. Чего муха на нем не сидела. Это как если говорю, типа C там, нормально все купили. Вообще красота. Пустим колесо. Закручиваем все. Все что ли, да? Да, все. Он спереди, спереди полностью все заменили. Спереди будет, да? Как бы да. Что тут еще может быть, какие проблемы? А больше, в принципе, какие-то не вижу проблем. Сзади, может, какие еще быть, блядь. Подрамник сзади.
Можно нам глушить пак. Проверьте. Все проверим, все исследуем. В общем. Потому что проблем не было, чтобы искать потом. Я знаю, где помню, как искали. Надо проверить. Опа. Что говорил, надо проверить. Опа. Задний полностью ходовая часть. Пошла по пизде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот так, ребят. Как, ребята, на это проверять все? Правда, не видел, вы посмотрю, блядь. Вот, видите, ребята, все. Полностью, все полностью, по пизде пошел. С другой стороны, только то же самое будет. Так чисто. Или нет? Сейчас проверим. Нет, чисто нормально. Вот, ребята, все сюрприз. Мне его, ребята. Ну, вот, все, фики-пики, все нормально. Ага, нормально. Вообще, прямо класс. Еще задний полностью просто. Сзади на меня, теперь вот это лучше спутывать. А ё, нахер не заменили, сзади сейчас придется. Ну что это, что сделаешь, ты, блядь? Ломашить, нахер делать это заменить, чтобы деньги больше получить. Ребята, так и так. Блядь, что съели? А будет сейчас выскучивать полностью тут. Ёб. Нас не держит тогда. Снизили заяц. Не сяга. Я буду нас снять. И будешь тут залетать. Сейчас задний тоже снимает. Тогда надо мне чего будет, как я понимаю. Пойдет на замену. Колесо, правильно, колесо надо. Там колесо откручиваем по-быстренькому. Ребята, я просто в шоке. Это я просто в шоке. Вот, тоже надо заменить опять. Впереди заменить, сзади опять заменить. Хуйня держит. А. Я понял уже, что там делать. Здесь тоже снимаем. Нахер. Я тоже снимаю. Что они делают, я думаю, мне. Что там делают, блин. Переснимаем. Тоже снимаем. Ой, ребята. Прямо класс. Прямо все. Так, ребята.
Так, ребята, тоже сражаемся. Так. Все, в общем, будем заменить задние все, ходовую часть заднюю. Уже заменим. Так, нужны котки на 2 купить. 2. Штучки 2. 20 штуки надо купить. На колодки. Так. Факт. Нормально. Дальше, что там еще? Бакс. Но деньги какие-то возьмем, эти копейки. Так. Садим блок малый надо заменить тоже. Стойте, ребята, еще одну. Ступица три. Не будет, да. Роза, вот значит это туда. Двигатель подвеска. Точно это, точно нам надо это будет. Так. Ага. Ага, это нет. Кожу. Шарнира задней. 80. А, кожу надо шарнира купить, ребята. Ай, блядь. Шарнира задней. 80. Как сходим, конечно. Купаем. Что там дальше? Что там дальше? А. Где мы? Ступица 3. Это наш компьютер, смотрим, ищем. Так, это точно. Пусть надо купить тоже, чем занялся. Блять, какие на гвоздь, как гвоздь. Или нет, кто где? Какой гвоздь вообще? Ступица 3 сейчас ищем, ступица 3. За не подвески верхней. Человек задний. Стоп. Задний подвески тип В. Сейчас задний подвески. Задний подвески тип Б. Покупаем где-то 5 баксов. Б. Б. Дальше. Сейчас задний подвески тип А. Задние подвески тип А. 5 баксов. Да, блин, стоит до хрена. Что хотите? Подвески типа А. Да. Так, сейчас смотрим задний стабилизатор типа А. Ищем задний стабилизатор типа А. Задний стабилизатор передний. Задний стабилизатор. Нет, задний стабилизатор. Задний стабилизатор типа А. 120 баксов берем. Дорого стабилизатор. Стабилизатор, так. Дальше. И... Длительная задняя тяга. Надо купить внутри заднюю тягу. Где же она тут? Синительная задняя тяга.
Одна. Все. Так. Не мы купили. Дальше смотрим, так что нам дальше. Рычаг задней подвески. Длинный. Ищем это, рычаг задней подвески. Рычаг задней подвески длинный. 5 бат. Блин. Ай, блин. Да, ребят. Замёт. Типа. Ищем. Так, они у нас задний. Задний амортизатор типа А. Тут бат. Покупаем. Давайте все. Так, все купили. Сингблоки малые надо купить. А сингблоки малые. Так, где эти сингблоки? Сингблок. Так, подвеска под 2. 15 баксов. Мана. 1. Все, в общем, да? Один. И что нам надо еще купить? Это как он? Ступица. Блин. Ой, как раз, блядь, ступица, блин. Последний со мной. Ладно, 20 баксов. Нормально заступится. Я просто так. Так, продаем, все. Все новенькие выкали. Выкали все новенькие. Нормально, все новые. С нуля. Идем заменять заднюю, еще сзади. Идем все заменять полностью. Сейчас надо вычесть. Все, да, да. Ставим новенький Армира. Тут все. На ней все. Так, ставим. Еще. Ставим. Вот тут ставим. За. Может, немного что пойдет. Если пойдут еще. Еще он поедет, блядь. Он заменит. Так ставим. Так, тут ставим. Так, там я тут. Сейчас накручиваем. На красивенький. Да, да, да. Ставим, закручиваем. Новый слитбокс ставим, даже ставим. Скипит. Так. Еще много подвеску поставили. Тут все как-то так. Амортизатор типа А, ставим, закручиваем, так. Так, что там дальше? Так, сбоку пау ставим, закручиваем. Занято типа Б взято. Так, ну теперь не поставишь, конечно же. Тарелка. Ставим. Ставим. Не. Опора вибратора. Да, не стабилизатор, тоже другой заряда. Раги ставим новенький тоже. Там колесо закручиваем. Они вытянули себе, не закрутим потом. А теперь не надо проблем. Что? Через, так, дальше. Быстро переводим, так. Там типа тяга откручиваем. Там
достанем. Видите, тут все поедет, в принципе. Так, закручиваем. Там сейчас само это колесо, закручиваем. Все, ребята, полностью заменили. Можно проверить, интересно. Так, вот стойте. Стоять. Так. Проверьте. Нормально. Нормально. Надо это для насос. Да, надо поставить. Как бы все, ребят. Ман, задняя часть все заменили, что надо, так. Задняя часть все заменили, в принципе, что надо. Сейчас только мотор что-нибудь будет, надо отпускать мотор, мотор сейчас. Что-нибудь найдем. Так, ребята, ищем, ищем эту деталь, ё-моё. Делаем. Это коробка, то есть коробка тоже. Так, такой. Забери, лифа, забери, да, это коробка. Коробки, блин, это побери. Тоже надо найти с ним, что делать? Всю проблемку. Так, надо сделать. Я думаю, надо выкручивать пол двигателя. Мешает. Ну, я снял. Это меня тоже снял. Сейчас мы там берем. Блин, это будет. Очередной ролик. У меня стоит. А, у меня начал. Это начинаем очередной ролик. Он вообще снимет. Во. Это стало так. Это, наверное, сок тоже снимаем, так. Так лучше. Тихо, там, ну, это двигатель какой-то снимаем. С стороны. Что тут? Что я тут увижу? Чего я тут не люблю? Ну тут нормально. Тогда в чем тут дело? Так. Даль не найдено.
Видимо, ее искать. Только двигатели. Видимо, в этом коробке передач. Как написано там. Да там, блядь, тут хуйню еще. А нафиг я это колесо закупил. Киньте. Что делать мне? Что заменили? Все это колесо отключилось. Снимаем пока. Как он не доберусь? Тоже это найти, тоже колесо. Мам, куча будет на того. Там где-нибудь еще может спиться. Нам передний нажал. Сейчас на кого передачи. Да. Сейчас. Коробка. Я там, блин, человек улетел на деньги, блин. Коробка передач заменить очень дорого, это стоит. Да, конечно же. Тысяча это стоит. Передача об 4. Так, еще один передач, купим 4. Да. Может, больше мы получим денег, ребята? Да. Коробка передач об 4. Сцепление. Так, да, сцепление. Нет, сцепление нормально. Вот еще. Нормально. Блин, что я ищу? Вот же коробка передач написано. В разделе коробка передач. Вот. Вот, что надо. Ого, 500 баксов. Значит, на. Коробка передач М4. 50 баксов, да, много. Нижний диск. Сцепление. 8 баксов. Диск сцепления. Купили, не надо быть. Так. Тоже купили. Я составлю только подшипник выключение сцепления. Подшипник выключение сцепления тоже подтяж. Подшипник выключение сцепления 35 баксов. Все, в принципе. Что такое? Вводим. Все. Шипник выключения сцепления. За 1 бакс. Это не деньги, но все равно что-то. Так. Ага, так, ставь. Коробку. Так, мы поджали. Там охудик. Ух ты. Жепной диск сцепления, да, тоже закручен. Чтобы не открутить, чтобы не отвалился бы. Обязательно закрутить сюда, да, так. Гвоздик, посмотрите, это красота, да. Шипник, выключение сцепления, так, ставим сейчас. Черки 4 новенькую. Ну, как мне не сидел, видите, какой фигур сюда новенькая, все. Ставим. Все, мост. И колесо ставим, закручиваем. Все. Раз и делаем, что делали, да? Закручиваем то же самое. Делаем все, ребята. Закручиваем. Передний ведущий мост. Все тоже закручиваем. Колесо сейчас ставим. Колесо закручиваем.
как бы все. Ну вот, ну что там, ну все. А? Так, все, в принципе, да. Поверить. Сложно. Чё? Потому зал. Не понял. Блин, вот не ставят, им поставили скотта муза. Да. Хотя это видео до 9 затягивается, конечно же. Не можем что-то знакомить, не понял еще. Опять какие-то баги, да? Сука, в тормоза. Ха! Сэндбок мало, где мне его поставить? Как, я в шоке. Тормоза. Поверим, тут пойдем. Это слышно, что ребята слабо. Не, ну нормально. Че, вот тормоза еще надо поменять, надо все. Давайте купим тормоза, поменяем. Так важно. Какой сейчас колесо ставить, а? Потом мы зайдем. Ё-моё. Тут новенькие стоят. Сейчас надо кончить покупать. Смотри, это маза еще. Чё мы распадём? Ё-моё. Перебаться летели, купите. Ставим что тут. Так, полка детали нажимаем. Да, новенький супер помоза. Лучше. Ну что, когда чушь уже творится, что-то непонятно. Маленькие пойдут, но все равно. Заменить. Просто блин. Старый, да. Там кто-то помог. А вы чё? Там как-то закручиваем, да. Нет, я просто в шоке. Еще сундуки какие-то поставили. Черт, побери. Кольцо. Уже дело, ё-моё. Вот всё. Дали на нос. Прикиньте, какой-то сэндбок малый. Где? Где он? Я просто ребята в шоке. Где этот дебильный сэндбок малый? Где он? Ну, как-то странно всё.
Оперативно затянется надолго, блин. Опять же. Сэндбок мало. Мы ищем где-то сэндбок, сейчас мало не искать его. Сэндбок. Сэндбок мало. Тут, что ли? Хернее, наверное. Тут что надо мне в Сленбоке задолбали, если сказать. Сленбокс. Ну, мало. Да, ребята, я в шоке. Просто я в шоке, ребята. Бог малый, прикиньте. Где мне найти тут? Так, ребята, сейчас, минутку. Так, ребята, я для тех хуйов. Ничего нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мало. Заменим, блядь, его нахер. Я же бес, в принципе. Ищу-ищу, а чего ищу? Хер знает. Далее, меняем. Разоблучим. Ну и чё? Что ещё скажешь? Чё? Успокоились? Всё.
Запускаем, да, машина. Я буду двигатель скучивать. Проблема, сколько ребят хотел сказать. Сюжет, сюжет, не закаты, понятно, прошла на нафиг. Усилитель там узас. Нафиг, я буду заливать тебя, не буду. Просто двигатель, основа двигателя. Я буду уже снимать. Снимаю. Че, ты тоже. Ловко, не видит, уже снимаем. Просто видите, где-то такие большие болтаки. Ловко, видите, так, ребята. Бля, ну в чем же проблема? Ух ты, зараза, видите, как надо смотреть? Так, везде. Корпус, вентилятор системы. Ну ничего. Двигатель. Ищем так. Корпус вентилятора. Также денег. Берем. Так, на бога нам стоит. Удобно. Берем это. Так, курс девятого системы рождения. К чатка вентилятора. Чатка вентилятора. Что надо? Так, не сломаю. Да не призываю, даже в этом не думал, что так будет такое. Вот видите, как это бывает. Точно это. Бля, хочу. Посмотри, статус установки. Еще одна деталь не найдена. Два деталя не найдены. Два какие-то еще изделия. Ташка двигатель разбираем, что ли? Надо тогда. Дальше. Дальше вернулся. Пять, нет. Сейчас это поднимем, посмотрим. В чем ты, ребята, в чем тут дело? Не нормально аккумуляторишь? Ну нет. Где? Кулер. Маленький. Класс. Да. Нет, ну в чем же проблемка тогда? И даже не думаю. Я хочу, чтобы он все снимать этот. А. Ну придется опять. Попускаем, то поднимаем. Попускаем, то поднимаем. Да. Да, можно.
Давай снимаем тоже кучу. Так. ССБ снимаем дальше. Что дальше, ребята? Фильм снимаем. Ребята, я офигели. Что на этих зубах держится? Все нормально, ё-моё. Странно, странно. Странно тут как-то. Чё-то без меня масса слезет, прикиньте. Чё я расходы пойду? Минус пойду. И машины я пойду. Раз надо снимать еще. Или что ли? Мамка какая? Не понял. Ребята, найди, ребята, в чем проблема, прикиньте. Какая-то ебанишь, что двигатель, прикиньте. Блок. Куда ты узнал? Сами ищи, правильно? Так, жизнь, сами ищи, что за проблема. Убирай, на две. Вкладывай, это опять убирай. Да. Нет, ну не будет палка, да? Ну, конечно, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрим так. Деталь не найдена. Нижняя подвеска. Понятно, мы намерен. Сален блок малый. Деталь не найдена. Деталь не найдена. А где эти-то детали, ё-моё, чё, офигели, что ли? Да, в том, что надо мне снимать пол двигателя, разбивать, а не сливачивать. Придётся, по-моему. Так, никак это не снимем. Придётся, по-моему. Я начинаем сейчас всё. Вырваться сюжетные заказы, ребята. Как же выполнять? Оп. Тоже снимаем. Давай пушки надо снимать еще. Да вы что, блядь? Серьезно, что ли? Сейчас офигею, наверное, будет. В общем, вот так. Опять коробка? Да ну нахер! Опять пишу. Я бы не идущий мост. Идущий мост. Я тоже снимаю этот. Все пальцы сняли. Снимаем этот передний. Так, снимаем сейчас саму коробку. Проблема что ли, ё-моё? Это нету проблемы, не нужно. Теперь легко. А тебя откручивает. Прикиньте. Ребята, пока в этот пол машины не развалишь, не найдешь ничего, прикиньте. Вот так, ребята.
Я просто в этом шоке. Пол машины надо залить, чтобы что-то найти. Какая туда проблема какую-то. Точно это, пол машины. Все очень надо затягиваться, зараза. Прикупили. Ой, блин. Блин, да. Пускаем опять. Я должен снять, а как я это сниму, блядь? Там где-то все. Бля. Это, блядь, я слежу массу вообще слезать. Ё-моё. Пользователь буду. Сливаем массу. Пусти балду. Жить с вами. Сейчас вот так отложили. Снимаем сейчас поддон. Картера 4. Что вообще поделили? Полностью машины опять будем разбивать. А, снимаем тоже. Крышка. Шипника тоже снимаем. Да, вот и все, ну. Вот и все, блин, да? Опускаем опять. Поднимаем, в общем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Ну, все нормально. В чем дело? Что за дела? Ё-моё. Что за дела? Не понял. Поршень тоже снимаем. Поршень. Сборы шатунов снимаем. Все это понимаю опять. Да, я замучился уже, блядь. Сейчас я себя замучился. Так, в этой машине. Правильно, да. Нет, почему календарь? Все нормально с календарем. Все, что еще? Я помню, что снял. Если еще не все, я в шоке тогда. Это. Полностью двигатель полностью снял. Полностью все разобрал. Да? Блядь, ну все? Да, все, ничего. Снимаем полностью. Это тормоза. Делайте, ребята. Делайте иначе. Как это ничего за проблема? Где мне это искать? Где что? Тягу тоже снимаю. Да. Конечно, он совершенно ебанили. Снимаем опять.
Снимаем полностью. Да, я полностью машина в ебане, смотрите. Вон, впереди ничего нету, ничего не осталось в ней. Это еще не все? Вы что, зеваете что ли? И где проблемы? Нету проблем. Только забрали всего. Вроде все, забрали. Пол чистое, не полное, ничего нету. Сзади прибываем, тогда разбиваем 5-7. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял, как это в это не в отрок катается. Все. Все надо снимать. Искать, пока найдешь что-то. Так вот тут тяжело задание поменять. Уже так же поменять. У тебя не так все легко, как вы думаете. Часто это будет очень легко, а на самом деле это очень тяжело. Иду убивать. Иду. Вот она. Не знаю, полностью машину надо разбирать. Класс, да, еще полностью будем разбивать, потому что я не найду точно. Где ты найду, я не знаю. А нигде. Ну чё, есть что-нибудь для результата? Хотя знаете что? Сорян полки. Вот что-то нашли, да? Полностью машину пошли. Рядом с одним полком. Сорян полком. Откуда меня видел это? Откуда ты знаешь где? Я же не знаю, надо искать полностью разгибали при машину, как бы это было. Блинблок. Две штучки берем, 30 баксов. Все тогда же берем, получимся немного туда. И цена какая требует, получится. Мы что еще найдем? Это еще не все. Я сейчас точно не знаю, могу сказать еще. Все. Это еще один. Важно тут не будет и все. Давай снимаем. Вкручиваем. Колодки принесли. Да, не ступится, тоже снимаем. Да, тут тоже снимать типа дальше. Понятно. Это все мне мешают.
вообще тут нет. Вот, ребята, все, почти в это полностью машину забыли. Смотрите. Да? Пинси. Стоять, ё-моё. Всё, нашли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Стали. Закручиваем. Так, хорошо, ставим. Стоять. Так. Так, подвижу на саму заднюю. Кружку ставим. Заднюю упора. Датру ставим. Затем ставим, выкручиваем.
Так, ребят. Так, сейчас там задний. Чё? Бог ставим. Ставим самую пружину, сейчас ставим саму и заднее упора. Так, ставим все дальше, что тут дальше. Как-то все стоит, да? Как бы там сам сейчас двигатель. Вентилятор ставим. Крышку ставим. Так, закручим, ставим насос утилителя, закручим так. Ставим насос АБС. Ставим модуль АБС. Не хвалил себе модуль АБС. Сейчас мы вот его, ребята. Модуль это АБС. Все. Машина опять туда. А мы так заставим. Число у меня за нас сбивать, собрано. Машина вообще красота. Так, кручу. Стенки под глазами. Шипник. Шипник, да. Ставим. Завтра закручу. Да,
там нижние подвески. Да. Обязательно это поставить. Обязательно. Так. Ну, давай тягу ставим. Там. Не еще тут много света. Пусть он сам видит. Это ставим, все отлично. Ставим еще зажимы. Шлика. Подшипника. Я того, чтобы подшипкал. Нужно дать это. Куча. Поднимаем вообще машину. Пустили, подняли. Пустили, подняли. Пускали, поднимали машину. Поднимаем ее. Да, мясо. Пик. Так. Диск муфты сцепления. Нажим на диск сцепления, ставим, так лучше. Включение, включение сцепления ставим, да. Блок включаем. Все, вообще красота, ставим сейчас перед. Ноги. Вообще впереди. Вычеркиваем. Все, наконец-таки. Все, ребята, почти ребята подходят за клетку прямой. Вообще красава. Блять, не могу поставить, что за херня? Ё-моё. Что-нибудь? Вове шаги. Ставим. Да. Нашу головку. Медленно, да, головку поставили.
Да. Основа двигатель, то есть. Сори. А спидвал, то есть, да. Сори. Сори. Спидвал. Так, ставим крышку. Головки. Цилиндр 4 ставим. Да, выключаем. Так, свеча. Коня. Зажигание ставим. Пушку питания ставим. Да. Восьмой коллектор, 4 турбо ставим. Включаем. Щита. Коллектор обязательно ставим, ценно подключаем. Там тут был комплект. Ставим, так, выключаем. Что мне отвалился, будет он отвалится. Это надо так. Стартер ставим. Ставим, выключаем. Это я курс совесть поставим. Второй. Меньше ставим. Да. Снова двигатель ставим. Да. С правой стороны. Так. Оп. Ставим. Еще. Так, ставим. Ну и сообщитель ставим, включаем, так. Б. Включаем. Вот. Диаграмма ставим. Так, пусть мы там учили и учили. Так. Дальше ставим. Дробосель 4 ставим, дробосель 4 дальше. Вот он. Сейчас. Почему? Так. Да. Теперь кулер маленький ставим. Все. Ставим кружка. Получим кучки шоколада, да, так и будем ставить. Просто, в принципе. Так. Так. Чё? И раз у нас наш... Этот... Погон, 400. Расследовал. Не следовал, а тут... Так. Пускаем 5. Не знаю, раз не считал уже сколько, блять, наверное, сколько надо. Опустил, поднял, опустил, поднял. Наверное, до хрена будет. Все, что ли? Все. Где-то диск что еще не поставил какой-то. Выдаем.
Никогда фреймбок не поставил, как я вижу, да? Как где? Дело не поставил. Блин, я подаю в шоке. Лучше. Пустил, не поставил. Я поставил там. Лучше поставил. Стоит все. Тут тоже. Как бы стоит. Что же делать? Что мы тут делаем? Все стоит. Я не поставил. Да. Я еще тут не поставил. Нижняя подвеска. Какая еще нижняя подвеска? Воздух. Там не было. Оба-на. Оба-на. Я думаю, что-то я... Сейчас поставим. А еще я знаю, что... Воздух. Поймет или мозг. Это что-то странное. Какой-то баг, наверное, уже. Не понял. Ну вот же. Где этот кожух шеф? Нижняя подвеска. Так, не понял. Нижняя подвеска. Нижняя подвеска. Стойте. Хотя. Хотя. Мог я перепутать сразу такая. Что-то серьезно, что ли? Так, не понял. Что за дела? Что-то перепутал? Как бы все. Типа. Видите, как сделано. За их места должны стоять. Кожух шарнила. Передняя ось. Кожух шарнила. Передняя ось.
загадочно. Видите, в итоге, как все это загадочно сделано. Не ожидал, это так может быть. И ты куда они засчитают, прикинь? Нормально. В общем, дело, я думаю, что за херня, сейчас уже понял, что тут дело. Да. Ставим порушенную длину. Так, что в чем дело? Все. Тогда поставим стайки. Дело. Там, допустим. Задолбусь. Сален блок. Плотный кулак передний типа. Хм. Какой еще плотный кулак передний типа? Я вот еще не понял. Плотный кулак типа. Видите? Каков дело? Впереди где-то, ну а где этот кулак? Что-то, ребята, это непонятно. Сейчас ищи, ищи, ребята. Сейчас ищи. Где мы его искать? Где я найду его? Это чушь полная. Поворотный кулак передний цикл.
Кулак, кулак. Да. Тоже не маленький. Это головоломка, в принципе. Пихали, так я первый раз это головоломка. Не тут поставим, сюда не тут. Не надо, сюда не тут. Сюда не тут, это все не то. Да. Тут, сюда не это. Туда. Непонятно. Да? Странно, странно. Очень мне странно что-то. Я заменил. Что мы еще делаем, может быть, а? Сарин был опять. Как мне бесит эти сарин блоки. Офигеть, тоже такой. Хер знает, где какой мне сайлент блок есть. Сайлент блок. Вообще нормально, что же надо вам? Опять это ищем сайлент блок. Покупаем. Два, три. Мелочи убиться. Не надо ничего мелочи. Применяем новый тренблок. Новенький. Оп, новенький, закручиваем. Все. Что мы еще делать будет, а? Ай-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, просто в этом шоке. Конец. Просто одно осталось тут завершить. Полотный кулак. Передний кулак. Полотный кулак. Полотный кулак. Где же он? Блять. Где же полотный кулак? Где же он находится? Сейчас полуродный кулак передний типа. Посмотрим рыбку. Вот полуродный кулак. Думаю, блин. Все, сейчас заменим. Сейчас понял эту фишку.
Сюда поставил бы. Я знаю, как это рассчитывать. Нет. Стоять тебе. Ищи. Давай, давай. Я быстрее, быстрее, быстрее. Чтобы не скрутилось и так. С левой стороны. Так. Чуть ставим на руку, запучаем. Ставим. И ставим. Почему там не сидела? Так, ставим. Ошибли пицы. Видно, вот. Ведущий мостик С. Так. Дальше ставим колесо. Чем? Так, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, конечно же. Масло уж надо, да-да-да. Не будем жалеть, пошёл. А не надо, да не надо. А что масло не залили, а? Залили масло, а? Ладно. Вот здесь.
сейчас посмотрим. Максимум на ван завидит. Ну, отлично. Все, мы выполнили, все. Катиться хотели, даже не это время. Почти 2 часа. Ладно, ребята, тогда, ребята, на этом, ребята, будем заканчивать тогда его. Видите, это выполнили, все, нужно сразу решить заказ. Все сделали, сейчас будет пить долго пить. Хорошо. Все, вообще, ребята, красота. Причем так, ребята, сегодня мы это... Много чего сделали, полностью машину прибрали полностью. Или как надо. Сделали, в принципе, все. Ладно, ребята, тогда, ребята, на этом это будем заканчивать тогда. Увидимся в другой серии, продолжим. Увидимся в другой серии, продолжим. Всем пока. Всем пока!